С 14 лет Татьяна Ивановна Терещенкова хотела попасть в лагерь «Артек». Но съездить в знаменитый лагерь ни сейчас, ни в Советском Союзе было не так просто. После окончания школы мечты отошли на второй план, но мысли о Крыме никуда не делись. Какое же было удивление Татьяны Ивановны, когда ее мечту осуществили школьники. Я уверена, что ваша мечта сбудется. Вы увидите Крым, увидите «Артек», о котором мечтали. Татьяна Ивановна работает старшей вожатой в 44-й гимназии. В первую очередь она наставник и старший товарищ для учеников. Помогает ребятам в школьном самоуправлении и внеклассной деятельности. Ученики знали о мечте своего учителя попасть в «Артек». В ее исполнении помогли в российском движении школьников. Татьяна Ивановна является прекрасным педагогом и старшей вожатой. Благодаря Татьяне Ивановне мы узнали о российском движении школьников и съездили во многие детские центры страны. Татьяна Ивановна оказала большое влияние на меня, когда у меня появилась возможность поучаствовать в жизни российского движения школьников и нашего школьного самоуправления. В преддверии Дня учителя активисты движения запустили всероссийскую акцию «Мечта учителя». Поучаствовать мог любой желающий. Нужно было лишь опубликовать пост в соцсетях с нужными хэштегами и подать заявку на сайте российского движения школьников, как это и сделали гимназисты. И вдруг позвонили и сказали: «Ваша мечта осуществляется. Ну что, верьте в мечту». Не прошло более 50 лет, и я, наверное, попаду все-таки. Но не в «Артек», я понимаю, что там пандемия, все понимаю. Но в Крым посмотреть, зарядиться той атмосферой. Учителя и педагоги – это дети. Но они стали взрослыми. И у каждого педагога есть своя мечта. Кто-то хотел полетать на дельтаплане, кто-то посетить Эльбрус, кто-то прыгнуть с парашютом, ну а кто-то просто побывать у своих близких, родных, живущих на Камчатке. Свой профессиональный праздник готовится отметить тысячи учителей. А внимание своих учеников они, безусловно, оценят. Анна Тищенко, Даниил Сурков, Улправда ТВ.